Снег и слезы. В рамках недели моды в Париже Шанель представил последнюю коллекцию, созданную Карлом Лагерфельдом. 85-летний немецкий кутюрье ушел из жизни 19 февраля. На показ в импровизированной альпийской деревушке во дворце Гран-Пале пришли Клаудия Шифер, Моника Белуччи, Жанель Моне и Пенелопа Крус. Я встречалась с ним много раз на протяжении долгих лет, и мне посчастливилось узнать настоящего Карла, очень доброго, милого, любящего и, несомненно, достойного уважения. За это его так и любят. Эта коллекция – что-то невероятное. В каждой детали чувствуется его дух, его присутствие. Сегодня здесь происходило что-то сверхъестественное. Я благодарна судьбе, что смогла это увидеть. Гости почтили память маэстро минутой молчания. Клетчатое пальто оверсайз, ботильоны, твидовые юбки и даже лосины. Модели шли по искусственному снегу и едва сдерживали слезы.